Удивительное чувство, когда, проснувшись утром в незнакомом до вчерашнего дня месте, испытываешь ощущение, будто все вокруг давным-давно стало каким-то родным и по-домашнему уютным. И этот воздух, и молочная река с кисельными берегами, и люди, с которыми еще вчера ты был незнаком. А еще время здесь течет совершенно иначе. Чувствуется свобода и простор, дышится легко. Чувствуется, что хозяин времени ты, поскольку сам решаешь, в каком направлении приложить усилия сегодня. Единственное, с чем приходится считаться, так это погода и сезоны года, диктующие свои правила. Что посеешь весной, то пожнешь осенью. Лишь об этом забывать нельзя ни на минуту. Неспешно просыпается Усть-Язовая, в лучах солнечного света окрашиваясь в теплые тона. С камерой через плечо иду прогуляться к устью реки Язовая, впадающий в Бухтарму. Через дорогу пропрыгал косой. Обычное дело в этих местах. Лишь бы Мишку не встретить. После вчерашней ночи до сих пор не могу отойти от его рева и хруста веток рядом с машиной. Сам виноват. Не нужно было вставать так близко к воде, куда приходят на водопой звери. Видел же многочисленные следы рядом, в том числе и косолапого. Но близко к деревне Мишка не подойдет. Зверь он трусливый, хотя от этого не менее опасный. Вновь это притягивающее внимание, бесподобная картина заставляет меня остановиться. Солнце гонит туман прочь. Будто гонимый какой-то невидимой силой, спешит он покинуть низины, поверхность воды, поспешно выбегает из кустов и укромных мест. Если приглядеться, то в воздухе можно увидеть многочисленные его частички в виде капелек воды, которые, подобно снежинкам, движутся в только им одним ведомом направлении. Просыпается Усть-Язовая. Застрекотали трактора за окошком, прогревая свои дизельные моторы и готовясь к сегодняшнему сенокосу. Запели ласточки, сидя на проводах, по которым сегодня бежит электричество. Позавтракав и заправив себя кружечкой горячего чаю, сердечно благодарю хозяев этого дома, душевно приютивших и накормивших меня. Прощаюсь с Августой, крепко жму руку дяде Коле, с легкой грустью на душе вспоминая события вчерашнего дня, пролетевшего как одно мгновение. Даю наставление этому человеку с интересной непростой судьбой жить, чтобы мы смогли увидеться вновь, возможно, уже совсем скоро. Оглядываюсь в ближайшей возвышенности на упраздненное чьим-то указом село, в котором когда-то кипела жизнь, была своя школа, клуб и магазин со снабжением напрямую из Алматы. Впереди у меня еще два дня, один из которых полностью уйдет на обратный путь домой. Поэтому нужно успеть сделать крюк длиной чуть более 40 километров по ухабистой дороге, чтобы попасть в Коробиху, еще одно село, образовавшееся после постановления Государственного совета Российской империи о послаблениях в отношении алтайских беглецов, скрывавшихся в Бухтарминском крае или за камнем, как говорили в те далекие времена. Пыльная грунтовая дорога вскоре привела в Коробиху. Останавливаюсь неподалеку от села, чтобы подкрепиться, а заодно зарядить севшие аккумуляторы камеры. Время уже далеко за полдень, поэтому солнце щедро делится своей энергией. Бери сколько хочешь, сколько сможешь унести. Издалека Коробиха не внушает оптимизма. На въезде в село виднеются явно заброшенные строения, от многих из которых остались лишь стены да фундамент. На фоне этого бетонные столбы линий электропередач смотрятся футуристично, не вписываясь в общую картину на въезде в село. Быть может, это намек на перспективы развития села, когда-то насчитывавшего без малого 900 человек. Кто знает, рост внутреннего туризма в стране может кардинально изменить историю не только Коробихи, но и ближайших сел вокруг, сохранив тем самым частичку нашей с вами истории, уходящей своими корнями в далекие царские времена.
Современная же история Коробихи оставляет желать лучшего, по крайней мере, в моем представлении. На протяжении последних лет население села сокращается, наталкивая на печальные мысли, примером которых может быть история про Устье-Завую, расположенную в 6 километрах вниз по реке. Но село это, как собственно большинство сел Катон-Карагайского района, имеет скрытые перспективы, связанные с пчеловодством. Однако именно Коробиху многие называют медовой столицей Алтая, подкрепляя это строками стихотворения местного поэта. Там, где горы кремниевые, где течет бухтарма, деревушка пихтовая приютилась одна. Вечерами здесь красочно, все звенит и поет. Сладко пахнет на пасеках коробихинский мед. Эти строки гармонично дополняют красочные сюжеты с пчеловодческой тематикой, расписанные на одном из заборов дома, стоящего на въезде в село. Пчеловодство в Коробихе – одно из основных занятий, которым, пожалуй, занимается каждая семья. Считается, что на местных пасеках трудится среднерусская пчела, подвид медоносной пчелы, более выносливый и устойчивый к продолжительным холодным зимам, а самое главное – дающий более полезный мед за счет того, что именно среднерусская пчела выделяет в мед гораздо больше ценных веществ, чем другие подвиды медоносных пчел. Пожалуй, одной из ярких достопримечательностей села является местная школа, синяя крыша которой видна практически из любой точки. Местные, с которыми я разговорился, совершенно забыв о времени, настоятельно рекомендовали мне обязательно ее посетить, поскольку, кроме всего прочего, в ней есть музей, где каждый найдет для себя на что посмотреть. К сожалению, в отсутствие директора школы в музей мне попасть не удалось, но даже знакомство с учебным заведением снаружи оставило очень приятное впечатление о школе и ее коллективе. Здание школы, выложенное из красного кирпича в 1986 году, сразу захватывает с головой. Не успев сделать и пары шагов, попадаешь в какую-то сказку. Внутренний дворик школы переносит тебя в волшебную страну со множеством сказочных героев и местных достопримечательностей в виде косолапого мишки и огромной рыбы таймень. Ну и конечно, куда же без пары бочонков с медом, которые в этой сказке символично охраняют медвежата. Чувствуется, что каждый персонаж, каждый мазок кистью на стене сделаны с любовью и душой. На мгновение забываешь, что находишься в местной школе, в окружении гор и лесов, вдали от цивилизации и больших городов. Школа, в которой учился я, даже в наши дни не может похвастать таким уютом и умиротворением, которые испытываешь здесь. При школе есть детский мини-центр, куда родители отдают своих детей с 2-летнего возраста. Детского садика в Коробихе нет, поэтому выбор особо невелик. Да и детей в селе, кроме всего прочего, невеликое множество. К примеру, в этом учебном году в Коробихинской школе будет учиться около 40 детей, и эта цифра с каждым годом уменьшается. А чему здесь удивляться, после школы одна дорога, в институт или колледж? Ни того, ни другого в ближайшей округе нет, поэтому, отучившись, местные выпускники Коробихинской школы едут за образованием в большие города, в основном в областной центр, где и остаются жить и работать, за редким исключением. А тех, кто все же вернулся в родные места, можно по праву считать истинными потомками алтайских каменщиков, поскольку в их жилах течет кровь, зовущая к свободе и простору. Если свобода – понятие туманное, как-никак, а село является административным центром Коробихинского сельского округа, то простора у местных жителей хоть отбавляй. Даже в самом селе с каждым годом становится все просторнее и просторнее. Причина тому – переезд местных жителей. Едут кто куда, кто-то в большие города, а кто-то еще дальше, в другие государства. Пустеет село. Понял я это, когда заглянул в бортовой навигатор, чтобы определиться с местом для ночлега. И не сразу осознал увиденное. На снимках из космоса дома в Коробихе тянутся до самого конца центральной улицы. А на деле слева и справа пустота. Многочисленные холмики от фундамента до остатки стройматериалов. Давно ли были сделаны снимки со спутника? 5, а может 10 лет назад.
За это время все изменилось кардинально. Говорят, что рубленые дома, покрытые жестью, продавали почти даром. Дешевую недвижимость маркировали, разбирали и на КАМАЗах увозили в город. В груди щемит от увиденного. Фактически село существует благодаря школе, работа которой, в свою очередь, напрямую зависит от ее наполняемости. А школа, как ни крути, госучреждение, и там, наверху, не рассуждают о дальнейшей жизни села, а считают затраты на содержание школы. За примером далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить не так давно утихшую историю с поселком Белогорский. Но несмотря на отсутствие оптимизма, порой даже у местных жителей, очень хочется верить, что Коробиху такая участь не постигнет, и школа с ее уникальным музеем будет прочным столпом существования села. Встаю на ночлег неподалеку от села. Уж больно страшные истории рассказали мне за последние дни про этого трусливого, но от этого не менее опасного хозяина здешних лесов. Да к тому же события первой ночи еще ярко слышны в моей памяти хрустом веток и каким-то недовольным рычанием. Завтра меня ждет дорога домой. 3 дня пролетели как один, и 4-й день в дороге пронесется как одно мгновение. Тишина вокруг, благодать. О чем-то разговаривают птицы, быть может, обсуждают последние новости, связанные с приездом незваного гостя. Успокаивающе журчит бухтарма река, словно пытаясь рассказать многовековую историю бухтарминского края, который в далекие царские времена называли камнем, а беглецов-староверов, искавших свободу и беззаботную жизнь в этих краях, каменщиками, родство с которыми современная история приписывает жителям близлежащих сел. Неторопливо по небосводу гуляет солнце, все чаще скрываясь за макушками вечнозеленой пихты. Вечереет. День незаметно подходит к концу. Как-то хорошо на душе. Спокойно. А еще немножечко грустно. Не хочется уезжать из этих мест. Притягивают они какой-то неведомой мне силой. Но радует то, что, несмотря на все сложности, внезапно возникшие перед поездкой, все же удалось совершить задуманное. Теперь дорога сюда будет намного легче. Открыт еще один неизведанный мной ранее кусочек на карте Восточного Казахстана, который порой сравнивают с колоритными европейскими странами. А я бы, напротив, сравнивал эти страны с красотой природы здешних мест. Неужели мы в этом плане хуже остальных? Сказывали старые люди, что за бурным потоком бухтармы реки, за синими горами, за темными лесами кроется веселая солнечная страна Беловодье, где всякому живется легко и привольно. А найти в нее путь можно, ежели прямо на юг идти, никуда не сворачивать, не бояться ни стражи, ни зверя таежного, не прельщаться ничем, пока не достигнешь берега реки, что молоком и медом течет. По сей день ищут таинственное Беловодье исследователи, искатели старины и просто путешественники, влюбленные в дорогу, в чистый свежий воздух, в истории, легенды и предания. У каждого оно свое, это Беловодье, и рано или поздно каждый его находит. Для одних это родное село, где родился и вырос. Для других, напротив, это мечта о счастливой жизни в большом городе, где, кажется, нет ни в чем нужды. А для кого-то Беловодье давно стало именем нарицательным, символизирующим чистый небосвод, реки, леса и горы, за которыми можно найти свой кусочек свободы, необъятный, осязаемый и настоящий.